В городе Клинцы при поддержке Клинцовской епархии состоялись областные соревнования по ракетомодельному спорту, посвященные 70-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Международному дню учителя. Для участия в соревнованиях прибыли юные моделисты из Клинцов и Брянска. Архипастырское благословение епископа Сергия передал организаторам и участникам соревнований священник Александр Киселев. Кубки и медали для победителей соревнований были предоставлены Клинцовской епархией. Внимание со стороны церкви юным спортсменам оказывается в Клинцах не впервые. Много лет, уже не первый год, мой внук Арис посещает кружок авиамоделирования. Туда ходит много деток. И я, вы знаете, очень рада и довольна, спокойно за наших детей. На протяжении многих лет нам помогал в проведении соревнований отец Василий Воликов. А на этих соревнованиях очень приятно, что помогла нам Клинцовская епархия при приобретении и призов, и медалей, за что мы очень ей благодарны. На этот раз участие в соревнованиях принимала и команда Воскресной школы Петропавловского кафедрального собора, занявшая почетное второе место. А победителями в командном зачете стала команда городского дома культуры, готовившаяся к соревнованиям под руководством педагога Станислава Ивашкова. В личном зачете победителем стал самый юный участник состязаний Александр Титаренко из Клинцов. В следующем году местной команде предстоит участие в Кубке мира, который пройдет в белорусском городе Гродно. Как отметил священник Александр Киселев, Клинцовская епархия выступает с поддержкой детского и юношеского спорта не случайно. Занятия спортом не только помогают уберечь подрастающее поколение от пагубного влияния улиц, но и помогают становлению как физического, так и нравственного здоровья ребят. Учитесь, не останавливайтесь на том, что получилось. Двигайтесь дальше. Учитесь, никогда не стыдитесь спросить у кого-то, кто знает, может быть, лучше. Не гордитесь. Всегда есть тот, кто что-то делает лучше. И всегда есть чему кого научиться. Поэтому будьте усердны и где-то любопытны. Не забывайте на то, что на все воля Божья. Все участники соревнований получили в подарок иконки великих славянских просветителей святых родноапостольных Кирилла и Мефодия.